Комфорт, красота и безопасность по обычному тарифу. Уникальным опытом товарищества собственников недвижимости поделились жители проспекта Луначарского. Видеокамеры, охрана, чистый благоустроенный двор. Территория ТСН – это два дома по проспектам Луначарского и Художников. За порядком тут вот уже 13 лет следит Сергей Левицкий. По профессии – инженер-строитель, по призванию – председатель ТСН. В его ведении более 400 квартир и почти 1,5 гектара земли. Говорит, проблем хватает, а поначалу их было очень много. Застройщик экономил на всем. В основном страдает, в первую очередь, система холодного водоснабжения, поскольку она смонтирована из оцинкованных труб, трубопроводы текут. Мы их меняем сейчас капитально, опять же, дополнительно не собирая средства. В планах заменить старые трубы в доме на полипропиленовые сроком службы до 50 лет. И все за счет денег, собранных на текущий ремонт. При этом в квитанциях нет гигантских сумм. С квартиры в 39 метров плата за апрель, например, составила 2500 рублей. И это включая видеонаблюдение, свою службу эксплуатации. Что очень важно, возможность всегда получить своевременную качественную помощь. Порядок у нас тут просто круглосуточный. Про площадку говорить надо. У нас дети одни гуляют. Вот кому сказать, не поверят просто. Это центр видеонаблюдения, где присутствует охрана. 24 часа в сутки смена из 2 человек. Плюс кнопка тревожного вызова. Приезжает вооруженная охрана. Под контролем не только территория, но и все расходы. Жители понимают, сколько и за что они платят. Люди, которые проживают, они сами могут контролировать качество производимых работ. Есть какие-то замечания. У нас мой телефон все собственники знают. Сергей Левицкий охотно делится своим опытом, ведь его можно применить в обычном доме. Главное – грамотный и ответственный подход. Но пока такой пример – лишь исключение из правил.